Пап, слышишь? Кукушка. Да. Где она? А вот она, смотри. Говорят, она судьбу предсказывает. Катюш, а давай у нее спросим, сколько мне лет осталось? Может, не надо? Кукушка, кукушка! Сколько мне лет осталось? 1, 2 9 10 11 Пап, 11 Не расстраивайся, Катюша. У каждого своя судьба. Ты что на ужин хочешь? Ой, сегодня вечером Катя придет со своим молодым человеком. Угу. Что? Я говорю, что Катя сегодня придет с Кириллом. Хочу приготовить для них что-нибудь особенное. Ты что предпочитаешь? А он зачем придет? Ну как это зачем? Катя хочет его с нами познакомить. Мишенька, пожалуйста, возьми банку с огурцами там на второй полке. Миш? Ну, я не могу сегодня. Давай завтра. После работы. Ну, ты же знаешь. И я тебя. Да, хорошо. Завтра все обсудим. А это ты с кем? Работе. Я к тебе обращаюсь, а ты ушел. Так что тебе приготовить? Да я все съем. С удовольствием. Слушай, надоел мне этот институт. Не могу дождаться, когда окончим и начнем работать. Я недавно смотрела вакансии, и всем нужны архитекторы с опытом работы. Ну хорошо, хоть тебе париться не надо. Даже отец пристроит. В смысле? Я не хочу, чтобы меня куда-то пристраивали. Я хочу понять, чего я стою сама по себе. Я, а не мой отец, понимаешь? Честно, нет. Все так делают, и это нормально. Но я не все. Если и буду работать у отца, то на общих основаниях. Ну и зря. Я был бы рад, если бы за меня кто-нибудь впрягся. Ладно, не бери в голову. У нас сегодня важный вечер, да? Да, мама уже дважды звонила, спрашивала, что ты любишь. Кирилл, а попробуйте мой салатик с крабами. Наша Катенька его очень любит. Спасибо. Очень вкусно. Да. Вы знаете, а Катя мне рассказывала о вашем последнем проекте. По-моему, очень круто. Да? Спасибо. Мы над ним 2 года работали. Не просто было, много сил ушло, чтобы пробить его в городскую администрацию. А у вас какие планы на будущее? Я пока не определился до конца, еще в поиске. Но, конечно же, хотелось бы работать в
хорошей компании, естественно, по специальности. Пап, Кирилл, кстати, подавал свой проект на конкурс в твою компанию. Правда? Угу. Напомните вашу фамилию и о каком проекте идет речь? Баратов. Кирилл Баратов. Проект детского культурного центра. А, да-да. Помню. Пробежал глазами. Ну, как тебе проект? Ну, пока рано говорить, тем более делать выводы. Время покажет. Миш, может быть, ты помог бы Кириллу? Он друг нашей дочери, они учатся вместе. Посмотрим. Я, пожалуй, пойду, мне уже пора. Ну что вы, я такой пирог испекла. Оставайтесь, чай будем пить. Елена Ивановна, к сожалению, совсем никак. Я просто пообещал, меня ждут. Михаил Юрьевич, спасибо вам за теплый прием. Спасибо за угощение. Все было очень, очень вкусно. До свидания. До свидания. До свидания. Что? Кирилл! Ну стой! Ну ты что, обиделся? Слушай, ну да, он... Бывает такое иногда. Я попробую с ним поговорить еще. Хорошо, малыш, спасибо. Маме-то твоя точно понравится. Но по-другому и быть не могло. Видимо, у нас с ней хороший вкус. Я сегодня у родителей останусь. Хочу побыть с ним немножко. А ты когда едешь, наберешь, окей? Обязательно. Пап, тебе что, не понравился Кирилл? Кать, да что ты заладила? Кирилл, Кирилл, Кирилл. Только и слышно. Чего ты так беспокоишься о нем? Пусть сам о себе думает. Грош цена тому мужику, с которого все делает женщина. Так он все делает сам. Сам говоришь? Ты же знаешь, я архитектор и немного разбираюсь в предмете. Ты помнишь, мне показывал свою курсовую? Ну? Ну, я хорошо запомнил твое решение о здании детского театра. А теперь я его вижу в проекте Кирилл. Что бы это могло значить? Ты же помогал ему. А что в этом плохого? Ничего плохого. Помогать-то можно. Только что дальше? Ты работать за него будешь? Ну что у тебя опять стряслось? Я не мог. Я был занят. Я же сказал, завтра. С работы звони. А что, мне не могут позвонить с работы? Ты же сказал, что у тебя с ней все закончилось. Я... Что? Опять обманул, да? Все у тебя с ней продолжается. А ты все не так поняла. Это... Слушай, на каком основании ты вообще подслушаешь мой разговор? Я же тебе поверила. Ты опять... Что опять? Ты же мне обещал. Лена, прекрати, надоело, хватит. Вот тут уже. Это я виновата. Я виновата, так ты и скажи мне! Я тебе надоела, так и скажи, что я тебе надоела! Да успокойся ты! Я же всю жизнь ради тебя! Лен! Всю жизнь! Лен! Лен! Что с тобой? Катя, сюда бегом! Где ингалятор? Лен! Держись! Лен! Катя! Позвони доктору маминому, скажи, что встречал нас! Держись! Извините, сюда нельзя. Виктор Борисович, пожалуйста.
первый приступ. Такое уже было. Здесь хорошие врачи, особенно Виктор Борисович. Да все будет нормально. Извините, как вы себя чувствуете? Может быть, вам успокоительно? Нет, не надо, спасибо. Пап, может, ты зря отказываешься? Да нет, нет, все нормально, все нормально. Хорошо. Спасибо. Катя, Михаил Юрьевич, не волнуйтесь. Мы подключили Елену Ивановну к аппарату искусственной вентиляции легких. Но должен вам сказать, что в этот раз приступ значительно сильнее, чем обычно. Мы уже привыкли. Астма – это же хроническое заболевание. Астма – это не просто хроническое заболевание. Это еще очень опасная и коварная болезнь. Но сейчас все будет в порядке. Быстро привезли. Не волнуйтесь. Виктор Борисович, можно мы здесь останемся? Ну, зачем же вам всю ночь в клинике сидеть? Тем более в реанимацию я вас все равно впустить не могу. Елена Ивановна получает все необходимое лечение. Приезжайте домой. Позвоните утром, и я вам расскажу о ее состоянии. Да, спасибо, Виктор Борисович. Пойдем, не будем мешать доктору. Все хорошо. До встречи. До свидания. Держи. Ты уже закончила? Да, переоденусь домой. Там новенькая в палате реанимации. Астматический статус. Да, я в курсе. Меня Виктор Борисович предупредил уже. Сегодня все бегали вокруг нее. Переполох такой был. Угу. Сейчас все в порядке, но ты за ней присматривай хорошо. Угу. Пойдем. У тебя когда смена? Послезавтра. Завтра буду весь день спать. Все, пока. Пока. Чай заварился? Спасибо, солнышко. Булку с маслом? Uh-huh. А джем? И джем. Пап, может, позвоним Виктору Борисовичу? Вдруг маму уже в палату перевели. Нас к ней наконец-то пустят. Да. Сейчас наберу. О, вот он. Виктор Борисович, доброе утро. Как там? Что? Подождите, как? Это... Да. Да, скоро будем. Что случилось? Пап. Мамы больше нет. Этого не может быть. Это какая-то ошибка. Понимаете, какое дело? Ночью на этаже, где находится палата реанимации, по какой-то причине отключилось электричество. И запасной генератор почему-то не сработал. Как это отключилось электричество? Как такое возможно? Сейчас мы занимаемся выяснением обстоятельств происшедшего, а о результатах сообщим. Мне очень жаль. За это должен кто-то ответить. Это же человек. Это моя мама. Катя, Катя, Катя. Что? Получается, ее убили, и всем плевать? Пап, почему ты молчишь? Я бы так не стал говорить. Обстоятельства бывают разные. Виновных мы накажем, обещаю вам. Уже опрошены дежурная медсестра, электрик. К чему нам это? Разбирательство теперь.
Как это? Пап, ты что, допустишь, чтобы им все так сошло с рук? Маму уже не вернешь. Ты должна была быть с ней. А я ушла. И спала спокойно, даже ничего не почувствовала. Тише. Она там была одна. Бедная моя. Я понимаю, как тебе сейчас тяжело. Я даже представить не мог, что она так рано уйдет. 25 лет вместе. И вот. Не понимаю, как теперь все будет? Миша, у тебя прекрасная дочь. Тебе есть ради кого жить? Да. Наверное. Ты прав. Дорогие мои, я очень вам сочувствую. Помните, что всегда, в любую минуту, я чем смогу, помогу. Спасибо, Аркаш. Позвонишь мне, когда доберешься? Конечно. Катюш, а ты долго еще будешь с отцом жить? Ну, я просто соскучился. Я хочу просыпаться с тобой, засыпать. Как раньше. Кирилл, ну как ты не понимаешь? Я нужна сейчас папе. Ему тяжело. Просто кто ему поможет, если не я? Он сейчас так много работает, будто забыться пытается без мамы. Мне кажется, если ему не приготовить, он даже поесть забудет. Потерпи еще немножко, ладно? Ладно, я понимаю. Правда понимаю. Ты беги, я позвоню. Пока. Я никогда не видела такого красивого дома. У тебя прекрасный вкус. Я рад, что тебе понравилось. Добрый вечер. А, вот Катя пришла. Познакомься, это моя дочь. Катя, здравствуйте. Миша про вас много рассказывал мне. Правда? А это Наталья, моя... мой хороший друг. Понятно. Девчонки, а давайте чай пить. А, спасибо. А я не могла вас раньше где-то видеть? Нет, не думаю. Странно. Наверное, показалось. Я тебе тортик положу. Кэть, у тебя все нормально? У меня? Да. Миш, я, наверное, пойду. Поздно уже. Я провожу. Нет, не надо, я такси возьму. Нет, ну, я настаиваю. Хорошо. Катя, было очень приятно с вами познакомиться. Катя, ты могла бы поприветливее быть с Наташей. А ты вообще давно ее знаешь? Мы познакомились, когда мамы не стало. Пап, в
Всего 2 месяца прошло, как мамы нет. И ты уже нашел ей замену? Я люблю Наташу. Ну, так получилось. Не хочу терять время. Ты же видишь, в жизни может произойти все, что угодно. Что ты этим хочешь сказать? Я предложил ей стать моей женой. Что? Ты уже взрослый, я надеюсь, ты меня поймешь. Пап, ты сейчас серьезно? Абсолютно. А ты уверен, что она тебя любит? Уверен. Или я, по-твоему, недостоин? Да при чем здесь это? А что тогда? Нет, ну просто я... Я так понимаю, что я тебе не нужна? Катя, что ты такое говоришь? Нет, ну если у тебя есть это... Наташа. Наташа. То я просто перееду в свою квартиру. Кать. Кать, ну зачем ты так? На меня, в сторону, друг на друга, поцелуй. Катя, идите к нам вместе, сфотографируемся. Ну что, пойдем? Здесь они будут прекрасно смотреться. Да, хорошо. Спасибо тебе. Я понимаю, они не вписываются в интерьер, но эти часы, они очень важны мне. Ты единственная память о моей маме и бабушке. Ого, пистолет? Можно? Да. Такой тяжелый. Откуда он у тебя? Да это еще... В 90-х, когда только начинал бизнес, бандиты угрожали. Бандиты? Пришлось купить, чтобы спокойнее было. А это завещание. Я после смерти Лены все Кате отписал. Но ты не волнуйся. Если со мной еще вдруг что случится, я тебе всем обеспечу. Мишенька, ну что за глупости ты говоришь? Ты же знаешь, мне кроме тебя ничего не нужно. Счастье ты мое. Что случилось? Мне мама приснилась мертвая, а кукушка ей выклевала глаза. Боже, какой бред. Тише. Тише. Все, это всего лишь сон. Блинчики. Блинчики-то я люблю. Какие у тебя планы на сегодня?
сегодня поеду на работу, потом нужно в химчистку забрать твой костюм. Еще пару дел. А вечером буду ждать тебя. Ты ведь не будешь задерживаться? Да нет, конечно. Может, сегодня вечером в кино сходим? Давай. В кино с радостью. Кстати, а что с твоей работой? Когда ты собираешься уволиться? Ну, они сказали, что нужно доработать еще 2 недели. Отлично. Значит, больше будем видеться. Все, я побегу. Хорошо. Миш. А? А у меня в машине что-то колесо заднее стучит. Можно я возьму твое? Тебя же все равно водитель забирает. Ну, да, конечно, можно. А я скажу ему, чтобы он отогнал твою сервис. Спасибо. Хорошего дня. Спасибо. Сегодня 2 пары всего. Слушай, может, сходим в парк после, прогуляемся? Давай, конечно. А потом поужинаем в кафе. Алло, Катя, привет. Это Наташа. Как твои дела? Привет, спасибо. Все хорошо. Катя, давай встретимся и поговорим. Я приглашаю тебя на кофе. Давай. Сегодня сможешь после пар? Где? Знаешь, кафе на Зеленом бульваре. Да, буду тебя там ждать. Договорились. До скорого. Главбух сказал, что перевел деньги по твоему распоряжению. Как ты посмел так поступить за моей спиной? Ты все неправильно понял. Это какое-то недоразумение. Какое недоразумение? Финансовая отчетность расходится. Речь о большой сумме. Недостача. Думал, я это так оставлю. Где деньги? Борис Николаевич. Ну, хорошо. Хорошо. Я предоставлю отчет. И не затягивай. Сама слышала. Ничего хорошего. Но я разберусь. Катя! Здравствуй. Здравствуйте. Спасибо, что пришла. А что-нибудь будешь? Наверное, чай. Катя, ты должна попробовать местную выпечку. Правда, у них это так вкусно, что я только из-за этого сюда езжу. Так. Я попросила тебя сюда приехать, чтобы мы смогли поговорить наедине. Вроде как получается, что мы одна семья, а между нами какое-то напряжение. Мы с вами не семья. Молодой человек! Сейчас. А можно для девушки чай и 2 ваших фирменных пирожных? Сделаем. Катя, нам с тобой все равно придется общаться. Ты дочь мужчины, которого я очень люблю. И я... не хочу, чтобы он переживал. А он очень сильно переживает из-за того, что ты меня не принимаешь. Кать, я очень хорошо тебя понимаю. У меня тоже мама умерла. Я понимаю, как тебе больно. А тут еще я, и это все так быстро случилось. Мы с твоим папой здесь, недалеко, на бульваре познакомились. Шел сильный дождь, а он сидел там на лавочке один, без зонтика, мокрый насквозь. Ну, как будто не замечал этого. Он так выглядел, что я просто не могла пройти мимо. Я подошла и спросила, что случилось.
А он говорит, у меня жена умерла недавно. Он так посмотрел. Я поняла, что ему нужна помощь. Поверь, мы правда ни о чем таком не думали вначале. Мы просто общались, разговаривали много. А потом как-то вдруг поняли, что уже не можем друг без друга жить. Катя, я тебя понимаю. Я бы сама не поверила никогда, что со мной такое может произойти. Но Миша, он счастлив теперь. Я не знаю, какой он был раньше. Я знаю, что я не смогу занять место твоей мамы. Он ее всю жизнь будет любить. Я просто хочу, чтобы он был счастлив. Чтобы он никогда больше не страдал. Помоги мне. К вам Сергей Ларин. Да-да, пусть проходит. Здравствуй. Проходи, Михаил Юрьевич. У-у-у, как он устал. Присаживайся. Ну, рассказывай. Давно из твоей Германии вернулся? Недели две назад. Да как контракт закончился, так и вернулся. Мы с твоим отцом вместе эту компанию создавали. Он был моим другом, бизнес-партнером. Он бы сейчас очень гордился тобой. Спасибо. Ладно, мы сейчас поговорим с тобой, и Аня приведет тебя в твой кабинет. Там уже все обустроено. Будешь отвечать за юридическое сопровождение сделок. Я готов. Знаешь, я хотел бы, чтобы ты начал с одного дела. Но это строго конфиденциально. Слушаю. Есть у нас проблемка одна по фамилии Карпов. Это финансовый директор компании. Угу. И что он? Исчезла немалая сумма. Я подозреваю, что он провернул какое-то дельце. Ну, как говорится, не пойман, не вор. Нужно провести внутренний аудит, но так, чтобы без утечек. Понял. Я подниму все договоры, которые этот Карпов составлял, и прослежу, какие суммы и куда уходили за его подписью. Увести деньги способов много, но я знаю, как все проверить. Отлично. Сразу займись этим. Держи меня в курсе. Добро? Конечно. Ну, давай. Если что надо, обращайся. Спасибо еще раз. Иди работай. Да, мне книжка нужна. Можно? Да, конечно. Дочь. А чего вид такой недовольный? Ты мне врал, пап. Катя, это... Вы встречались с ней еще до маминой смерти, пап! Кажется, я поняла, где ее могла видеть. Она работала в том же отделении, где умерла мама. Кажется, еще подошла к тебе, а ты сделал вид, что просто... Катя, давай
Что было, то прошло. Пап, ты мне врал. Вы оба меня обманули. Может, это мама из-за вас умерла? Прекрати! Как у тебя... Твоя мама всю жизнь болела. Так что, это повод ей изменять? Вот только не надо учить меня жить, хорошо? Хорошо. Только тогда я к тебе больше никогда не приду. Делай, что хочешь, живи своей жизнью. Катя. Твое право! Миша, что случилось? Миш, но она все равно рано или поздно узнала бы. Ты должна будешь обязательно научиться это готовить. Потому что, когда ты станешь моей женой... Кстати, когда? Кир, не будет никакой свадьбы без отца. А я с ним поссорилась, и в этот раз кажется очень серьезно. Оказывается, они с этой Натальей встречались еще при маминой жизни. Я случайно об этом узнала. Ты бы видела ее лицо, когда она мне рассказывала трогательную историю их знакомства. Оказывается, они мне оба врали прямо в глаза. Малыш, твою маму уже не вернешь. А Михаил Юрьевич, он... Конечно, он виноват, я тебя понимаю, но ничего уже не изменишь. Зачем тебе с ним ссориться, а? К тому же ты знаешь, как сильно я хочу у него работать. Так тебе я нужна или работа у моего отца? Кать, ну ты чего? Ну разве я сам не пытался устроиться? Ты скажи мне, я пытался или нет? Пытался. И у тебя все обязательно получится. Ты талантливый. Если нужно будет, я тебе помогу с проектами. Да, ты мне уже помогла. Никуда меня с твоим проектом не взяли, лучше бы я сам его сделал. Ничего себе. Ну так и делай свои проекты сам. Я не буду тебе мешать. Кать! Дорогой, смотри, что я себе купила. Тебе нравится? Нравится. Тебе идет. Миш, ну хватит уже расстраиваться. Это все молодость. Со временем Катя привыкнет ко мне и к тому, что я твоя жена. Хотелось бы верить. Так и будет. Обязательно. Слушай, мне на днях нужно будет уехать в командировку. В командировку? Надолго? Я буду скучать по тебе. Я постараюсь поскорее. Ты же знаешь, я не могу без тебя. А я не могу без тебя. Это моя дипломная работа. Детский сад. Что вы думаете? Оригинально. Толково. Прям не ожидал, Катерина. Спасибо. Снимаю шляпу. Тут еще одна возможность намечается. Торгово-развлекательный центр. Интересно? Но только это тендерный проект. Хочешь поучаствовать? Да, конечно. Вот и умничка. Давай, дерзай. Все подробности мой секретарь тебе вышлет прямо сегодня. Хорошо. Договорились? Договорились. Миш, я к тебе на минуточку. Привет. Ты забыл утром выпить таблетки. Спасибо, Анатолий. Что я без тебя сделал? Миша, я переживаю. Ты должен пить их каждый день. А ты такой рассеянный, еще со своим здоровьем в командировку. Да ничего. Мы еще всех переживем. С такой красавицей женой. Грех не пережить. Ань, принеси мне, пожалуйста, водички. Хорошо, Михаил Юрьевич. Миш,
Я хотела тебя спросить, можно я куплю себе сумочку? Я вчера в торговом центре ее увидела, она такая красивая, но безумно дорогая. Натуль, ну конечно, можно. Я тебе специальную карту открыл, чтобы ты могла купить все, что ты хочешь. И не нужно каждый раз меня об этом спрашивать. Спасибо. Извините. Да-да. Ну все, я побежала. Да-да, беги. До свидания, Аня. До свидания. Спасибо, можете идти. Вы мне дорогу заградили, может, отъедете немножко? Тут нормальное место, выйдешь. А когда это мы с вами на «ты» перешли? Водить научись, потом за руль садись, слышь ты? Эй, дружище, ну ты чего? Пропусти девушку. А ты чего лезешь? Что, хахаль ее? А если хахаль, то что? Давно в морду не получал? Давно. Пусти! Больно! Я тебя найду. Я запомнил твою рожу. Спасибо. Да не за что. Да просто сумасшедший какой-то. Может, он так знакомится. Оригинальный способ. Я Сергей. Наталья. Очень приятно. И мне тоже очень приятно, Сергей. А может быть, я вас чем-нибудь угощу? Вы меня спасли от ненормального? Да я только за. Но, увы, сейчас не могу. Может, вечером? Вы не против, если я вас приглашу на ужин? На ужин? Если вы не замужем. Нет, конечно, не замужем. Вот и отлично. Привет. Привет. Как дела? Как собеседование прошло? Не понравился мне проект. Сказал, слишком нетехнологично, и начал мне по ушам ездить. Слушай, ну ты успокойся. Ужинать будешь? Да не буду я ужинать. Как я могу успокоиться, если я опять пролетел? Слушай, а что ты кричишь? Я, что ли, виновата в том, что тебя не взяли? Кать, извини, я... Извини, я психанул. Просто мне не повезло. Ладно, не переживай. Сейчас не повезло, обязательно повезет. Будем работать, подаваться, делать. Все наладится. Расскажи о себе. Ничего необычного. Я юрист. Несколько лет работал за границей в большой аудиторской компании. Вот, недавно вернулся домой. Стал работать в компании, которую создал мой отец. Он умер несколько лет назад, но его друг, партнер продолжает их общее дело. В общем, сейчас я работаю с ним. Что еще? Живу один. Жен, детей, кошек, собак. Нет. Говорю же. Совсем обычный. Нет, ты очень необычный. Да? Да. А ты? Какая ты? Я? Так ты замужем?